О, да ну. Вы шо, вы шо, вы... Чтоб было жестко. Так, смотри куда. Так. Ну, точно не на тюрьму, я думаю. Давай сюда. А ну-ка, сейчас я тебе покажу. На починке? Место, бля. Сейчас, погоди, ты... Школа, да. Точно нет. Да, па. Куда? А, на карте отметил. Все, понял. Я десантировался. Да, за мной. Что за тобой? Ты... А? Ты за мной полетел? Куда ты полетел? А, ебать, я не туда поставил маркер. Ну-ка. Я понял. Класс, Макс. Блять, сюда так медленно дохуя. И тип он уже сел. Сворачивай. Твою мать. Ладно, я хотя бы вот сюда в домики какие-то, блин, упаду. Мне что же? Блять, сейчас надо будет цинковать оттуда типа, понял? Да я понимаю, ну что ж. Сейчас будем цинковать. Просто сейчас может быть такое случится, что... Что ты себе... Насобираешь. Да у меня тут нихуя нету вообще, блядь. У меня пистолет. При пистолете 4Х. Ну, М-ка. О, рюкзак. Ай, бля, это же эта херня, какая очередями стреляет. А ну, побежали. Машину будем брать? Бля, давай, я возьму на всякий случай, потому что это зона. Ай! Я увидел, сори, блядь. У тебя есть аптечка? У меня аптечки нет, у меня есть бинты. Ты шо, ты хорошо именно так пошёл. Да пошел. Садись в дом, залезем, потом будем хилиться. Ты сейчас стоишь на поле, блядь, хилишься. Ну погнали, может, я на ходу залезть. Буду хилиться, мне шо. А, ты в этот дом хочешь? Ну да, я просто, чтобы у нас машина была, понял? Угу. Все, ну мне эту М-ку надо, конечно, менять. Надо. Такая, блядь. Ты чё шприц прошел, блядь? Потому что я взял второй рюкзак, 3Х. Бинты и второй член. А ты что, наверху не был? Или тут нету захода наверх? Есть, должно быть. А, ну. О, калашик. Калашик — это хорошо. Пизда, вообще, ну... Ну, у меня тоже, я жрю, я только калаш нашел и все. Ого! Блин. Где? Он бежит, Макс. Вырубил его. Убил. Макс, я пока похилюсь. Возле джипа нашего, понял? Я чё? Ты слышал меня? Да, да. Блять, это вообще не... У него нет ничего. А где вообще параш? А по тебе что, кто-то только что просадил или что?
Или нет? Ну, это ж давно. Так, по Хельсу. О, Макс, нам надо по чуть-чуть уже это, того. Ну, а с машины. Ну Бери и... машину, кстати. Я понимаю, что у нас машина. Давай садись. И поставь маркер, куда ехать нам. Едь прямо пока. Ебать, да едем пока в зону, блядь. Ну, в зону, я понимаю. Что надо по-любому в зону ехать. Тихо, 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 тихо. Ты там что, увидел кого-то или нет? Давай сюда в дома заедем. Да время есть? О, тут... А, это Томпсон. Плохарчик. Кар? А шо опять? А где патроны, сука, конченые, блядь? Кар дали, патроны не дали, да? Ну да. Блядь, теперь. Бывает, дядька. А, тут уже кто-то просто утал. Ну да. Ну, Жора, знаешь, я тебе скажу. Вроде бы кто-то и лутался, да? Но тем не менее у меня в доме лежал третий шлем. Блять, а патронов-то вообще нихуя, блядь. О, опять этот маунт. В принципе, можно, но дело в том, что это через где-то пару дней, не раньше. Там, кстати, патронов на маунт. Где? Немножко... Вот здесь у меня. Ты бросил их, нет? Ну, вот четверг я... ну не... Он стоит. Кто стоит? А, все, тип. Вон он. Убил его. Стрелы арбалетные, всякая херня. О, Макс, тут третий шлем у меня, я взял. Где, где, где? А, я не могу его взять, Жош. Ой, тихо. А, это тип! Ебать, я охуел, я думал, это ты ко мне подошел. Не-не-не-не-не. Подпадай, подходи сюда быстро. Подходи, подходи. Я ж не могу его взять, он у меня автозаменой делается. Вот третий шлем бери. О, Макс, тут 2х надо? Не, у меня 4х, короче, только. 7,62 тебе нужны? Конечно, конечно, нужны. Где? Вот 4х лежит вот. Где 7,62? На, у меня. Я повыкинул. Да ничего ты не выкинул. Вышел. Вот тут вот валяются, вот они. А, бля. Ну, теперь выкинул. Блин, смотри, сколько тут 7,62 валяется, ты же гонит. Да я ж не заходил сюда еще просто. Три икс. А, все, у меня вообще тупо максимум 7,62. Похилься. О, Макс, скар. Я себе скар вместо калаша беру. Спасибо. У тебя 2х. Да вот 3х, 4х валяются вот в этом. Мне не надо, мне надо. Так вон скар валяется. А ты видел, какой у меня кар, кстати? Не видел, подожди, Максим. 4х, 3х.
Увеличенные херни, пламегаз. Глянь на скин. А, подожди. Скаржешь. Ага. Он же ж не работает на 7.62, да? Ну он на 5.56, на зеленых. Блять, у меня нет патронов этих, сука. Найдешь. А, ебать, Антон, бежим. Где машина, блядь? Ебать, она хуй знает. Просто бежим, блядь. X нажми, чтобы спрятать, короче. Беги. Пиздец. Все, я, короче, бегу за нашей машиной. Давай, я так бегу. Тип! Где? Да вот он, блядь. О, хорошо садит, сука. Я... А! Сучара, чё ты очередями стреляешь, падла? Вот. Так... Блядь, слава богу, это первая зона, и она еле-еле бьет. Ебать, это машина. Дядя! А. Давай, я стою, жду тебя. Так. Так. Да ты беги, беги, беги. Так ты что, меня не заберешь или что? Я сейчас этот еще жиропринимающее я принял. Стой! Стой, блядь, не сбей меня! Все, все, гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Ебать, что-то мы так задержались нормально, блядь. Угу. Да потому что с этими, то, блядь, то оружие поменять, то еще что-то. Не, ну, мне, конечно, этот... Скорелька намного больше нравится, чем калаш. Короче, мы сейчас просрём все хилки. Да, нам еще далеко до зоны. Да. А, нет, ближе. Ну, так. Относительно. Пизда, сейчас только в зону заезжаю, сразу хил, блядь, включать. У меня из хилок только бинт. И шприц с адреналином. Красная зона, Макс. Не вижу. Блять, у меня ни патронов, ни хера. Я патроны тебе пятерок. Кого? Пятерок скину 60. О, огонь. 7.62 у меня до херища, а 5.56 ноль вообще. У меня скар вообще без патронов. Давай, ты вправо, я влево. Может, найдем патроны. Ну, было бы, конечно, очень very good. Блять, одни пистолеты, нахер оно. О. Жора, тут хилки есть. Хорошо, сейчас, Макс, я тут... Нашел. Короче, я на втором этаже ничего не забираю, потому что у тебя есть. А ты хилки нашел? Нет, я не хилки нашел, я нашел этот. О, 5.56. Бинт, отлично. Так. О. Есть у меня большая аптечка. 7.62. У тебя появилась большая аптечка? А? Отлично. Отлично. Да, большая аптечка у меня появилась. Макс, может, если где-то увидишь коллиматор или хотя бы 2Х? У меня есть в инвентаре. Давай. Ну что,
не хочу на скаре таскаться с этим стрикс стрикс. Угу. Отлично. Так, шо? Поехали немножко дальше. Да-да-да, сейчас я приму на душу. О! О, шиточки. Вот это я вовремя отвернул, блядь. Угу. О, там аирдроп где-то. Я не вижу его. О, баги. Вон он, едем за аирдропом? Ну давай. Ты ж понимаешь, не мы одни такие умные. Ну мы просто самое ближе к нему, по-моему, пока. Ну и как раз аирдроп примерно летит там, где зона прокнет, сужение очередное. Но надо будет сейчас хорошо смотреть. Надо будет сейчас выцыганивать прям, потому что... Или попробуй как-то стать... Так, стрельба. Может попробуешь как-то просто... Вон он стоит. Тип! Тип. Макс, беги за аэром. Я не знаю, где он, я не вижу его. Он прямо. Вот. Бля, чем машину бросили? Так, я в машину, короче. Но он приземлился. Бежаю. Видишь его? Сейчас я посмотрю. Что... Да забирай все что угодно и беги сюда, я попробую сейчас типа, кстати, лутануть. Где это чучело, что я его завалил? Ага, вот все. Бля, тут лучше, конечно, мы бы доехали сюда на машине, блядь, потом пиздец. Да? Его уже забрали, наверное. Подъехать. Сейчас подъеду. Сейчас. А он-то тут, он же туда приземлился, что? Так, третий шлем, третий бронь, третий. Бери. Дядя, тип! Где? Я его сбил машиной. Тут в принципе ничего нет. Так, а там, где его? В принципе, больше никуда. Да я понял, а где его чемодан? Ага. Аптека, бинт. Мы можем, кстати, посидеть еще здесь немножко. Ну, о, дядя, тут коряк. Коряк? Да. У меня как раз 4x, давай возьму. Да я думал себе бы взять, ну ладно. Так, давай, ты за руль. О, еще летит. Есть? Ну, я не знаю, летит ли аирдроп. Ну, самолет летит. Там, Макс, скинул, смотри. Где машина, блядь? Да вот, садись за руль, поехали. Так ты снял, хорошо, давай. Ну, давай. Едь, все. Сзади, ага, вижу. Сука, я пятерок, кстати, патронов пятерок. Нет. Нету, надо будет кинуть, у меня нормально. У меня их вообще нет. Но тот, что я задавил типа, это, ну, я не знаю, либо был тип, либо был бот. Потому что он сначала, короче, стоял, смотрел, как я на него ехал, а потом тут он только... 30, да? А потом он только стрелять начал. Так, Макс, ты ж смотри, куда он этот. Ну, сейчас, как обычно, ты высаживаешься быстренько. Да. Ты через shift едешь или нет? А, можно через shift ехать? Ну, ты ж быстрее, типа, ехать. Да я что, блядь, знал. Давай, братан, давай. Все, я вокруг смотрю. Да какой вокруг? Вот он летит, придурок. Тут пацаны на баге Вот он лежит. Так забирай, тут пацаны на баге приехали. Так у меня я все в третьем уже, блядь. Антон, да. Ты что гонишь? Ты забирай это все. Все, хорошо. Пулемет мне не надо, да? Нет. А где же те черти? На баге. Ты видишь в доме? Посмотри. Нет. Так что, валим отсюда? Антон, там... А, коряк у меня. Да, уебываем. Езжаем. Ты забрал все третье? Да.
Поехали. Ну, Чуви. Так, сейчас посмотри и поставь отметку, куда. Ну, хотя бы примерно. А мы, в принципе, блядь, давай где-то к краю зоны, где-то на горку. Жора, ищи гору и туда едем. Блядь. Ах ты ж, сука. Вот он. Максим. Да, блядь. Жесть, блядь. Вот это провтыкали. Пятерки забирай? Да. О, это ж то же самое, сука, место, блядь. Где мы в прошлый раз слили. Все, давай, поехали, сейчас. Короче. Там, может, надо будет... А, у меня нема ни энергетика, ни хера, чтоб закинуться. Я сейчас дам. Пятерок много у тебя? Пятерок у меня 190 штук. Ага. А, руины. Край руин. Вот же ж, церковь. Угу. Так что ты предлагаешь? Опа. Кто, ты? Сзади, да это сзади. Либо... Вон тип в этом. Внутри тип. Да я вижу, не ори. Сзади, кто меня хуярил? Или это ты по мне? Прошу прощения, может быть я один раз попал. Ай, блядь, еще не выйти. Опа. А где это? Я короче. Ты ж твой... А, ебать, это по мне. А где он вообще? Я не... Сзади, блядь. Возле машины, Антон. Я хилюсь, Антон. Да хилься, хорошо, но он же ж тут не один был. Ты убил его? Да я-то его убил. С другой стороны же сейчас стреляли. Опа. Да. Сука. Тебе? Да ну, он-то по мне. Я не вижу. А, все, вижу. Убил. С одной пули в голову, блядь. Сука, не понимаю, блядь. Вот еще тип. Все, есть минус, Макс. Минус 2 у нас. Шиточки. Блядь, Антон, в зону машина, где? Ну их нахуй. Стой. Все, погнали, Максим. Вот это мы тут на руинах наснимали, да? Вон тип бежит. Где? Прямо. Стой, вот он, ты, блядь. А, чё, блядь, это бот. Ну какая разница? Тут болики, вся фигня, тебе ничего не надо, нет? Забирай. Не, у меня есть. Максим, ты с Дискорда откинулся, Максим. Блять, ты представляешь? Максим откинулся с Дискорда, сука. Алло. Да, ты откинулся. Нет, у меня. Что, да я жрю, ты у меня с Дискорда откинулся. Я ж тоже похож. Да все, нормально. Так, занимаем где-то горочку, блядь. Ну давай, высматривай. А, это тут аэродром. Идеально было бы, конечно, дом какой-то, сука, занять, ебать. Куда у нас сужение будет идти? Ага. Так, о, слева на горе стреляют. Угу. Жора, ну мы в центре зоны сейчас остановимся где-то. Еще самолет летит. Слышишь? Еще самолет летит, прям над нами, наверное, будет. О, тип на балконе, тип на... Тут два типа в доме. Ага, вижу. Максу... Ебать! А, с первого и со второго этажа, ебать. Жесть. Ну, топ-4, блядь. А, только топ-4 у нас. Сука. Но эта серия хорошая, как по мне. Ну они тоже в третьем видел, что маг были. Но эта серия хорошая, да? Я пока стрелял в верхнего, блядь, и меня снизу, сука, забил гандон. Ну так ты пока стрелял в верхнего, я стрелял в нижнего, я ему просадил, но он
просадил больше, короче. Он меня насадил. Насадил.